что будем производить, как переставлять рамки. Итак, приступаем. Приступаем к работе. Держим. Так, открываем. Дымника сюда. Даем им чуть-чуть дымочку. Вот они забегали. Не стой перед литком. Чуть в сторонку отойди. Это можешь дальше вот так, туда вот дойти. Вот так, вот так, вот так. Или с этого боку встань. Вот оттуда. Или с этого. Да, просто. Его запихну. Итак, вынимаем одну рамочку, смотрим. Так, приближаем. На почти 100% оттянули вот тот краешек. Смотрим. Краешек воска не дотянули, это вощина осталась. А это уже сотый комп получился хороший. Вот, это роек. И эта сторона, ну, прекрасно оттянута, сота. Вот, готова. Ее можно забрать. Брат Саша, забираем, струсиваем рамочку, она пригодится нам в любой другой вариант. Давай, пока давай, отставляем, сюда. Она не нужна. Смотрим следующую, как они тут поработали. И тут почти поработали, ее тоже заберем. Забираем. Потому что с этой стороны прекрасно оттянута полностью вся сторона, правда, грызанули чуть-чуть дырку, видать, нехватка у них была где-то воска. А с этой стороны вот так вот застроили, а вот это вот низ, вот этот вот низ они еще не достроили, ну его достроят в любом вулику. Им главное, чтобы база в основном 90% отстроили, это мы будем забирать. Смотрим следующую. Это старая сота. Старец. Старых сот у нас тут раз, два, три всего. Этот роек был небольшой, но он поработал. Сейчас поглядим, что здесь осталось у нас. Так, метку немного, это пластиковая рамочка, вот тут медок вот так вот, вот тянется, вот так сверху, на опрыск. Не разглашай тайну о пластиковых рамках. Ну да, а эта сторона пустая, вот так вот оттянули, вот, сейчас погляжу я, засеяла на чине здесь. Да, тут же это, мне кажется, не должно засева быть. Почему? Ну потому что мы же ставили тут эти. Матка уже давно вышла тут. Ну может быть. Уже 10 дней прошло. Эта сторона не засеяна, это просто медовая сбоку. Но мы ее оставим для пока здесь, она нам годится, чтобы медок складывать и чтобы оттяжку делать. Так, это у нас оттянутая, засевом была, в виде расплод уже на выходе вышел. Вот, и мне кажется, что она засеяна. Давай матку будем искать. Вот, и здесь... Сейчас я внимательно посмотрю. Середочка почти вышел расплод, по бокам еще остался. Сейчас поглядим, что интересно, здесь нету засева. Ну, подожди, 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 подожди. И с этой стороны нету засева, на, ну, посмотри. Гляну. Через очки. Засева нету. Да, чистая. Но они почистили уже. Почистили, весь. Потому что расплод был. Почистили. А почему засева нет? Потому что... Здесь к расплоду стояла рамочка. Они ее наполовину оттянули. Став туда. Ага. Давай сюда. Наполовину оттянули, а половина вощина еще не оттянута, сотов нету. Вот. А это уже она оттянули, потому что рамочка стояла. Так. И с этой стороны оттянули. Ну, ее еще брать не будем. Пока поставим сюда временно. Вот. Смотрим дальше. Что... Маточник заложен. Да ты что, безобразие. Я делаю. Вот безобразие какое. Потом я и смотрю, прикатили тянуть. Вот. Тут мы смотрим, по каким-то причинам затянули маточник. Уже ему дней 6. Вот. Как ты знаешь, 6 дней прошло. Потому что он не запечатанный. Наполовину оттянутый. Ну это уже новые стоят. Может, где-то матка уже подсевает. Сейчас поглядим. Если есть матка или пропала, что-то нехорошее положение. С этим роем, ну проверим. О, а здесь смотри, какая красота. Глянь, сколько маточников. Раз, надо два, три, нести. Четыре, пять. Да, клеточки принеси на всякий случай, мы разберемся. Итак, эта рамочка полностью оттянута с одной стороны. Принеси клеточки. Да, сейчас принесу. Это и с этой стороны оттянута. Рамочка хорошая, новая, свежая, оттянута. Ну, что-то случилось. Будем дальше смотреть, что случилось дальше здесь с этой семьей. Ты ее не смотрел без но меня? Ну, я говорил, я только посмотрел эти все отводки, потому я ящики заготовил. Сейчас поглядим, что здесь. Они забиты уже пчелой, надо расширять. Вот. Это с медом.
полностью с медом со всех сторон. Вот, это старая сота, и она на вес имеет. И там вот напрыск и медок. И здесь напрыск и медок. Засева не вижу. Вот, брат мой, они перешли на мед у тебя. Нету засева, потому что это самое, маточники заложили. Что случилось с маткой, опять не знаю. Без понятия. Ну, ничего. Это будем исправлять. Что ж теперь делать, раз такая ситуация. Смотрим здесь. Здесь тоже мешок маточников я вижу. Вот проблема-то, а, с этим роем. Что-то он... Вот маточники. Ну, тащи клеточки, я же тебе сказал. Сейчас принесу. Смотри, сколько. Раз, два, три, четыре, шесть. Шесть этих самых маточников. Ну, сейчас будем закрывать. Тащи. Давай. Семь. Ну, видишь? Это открытый. Ну, они его закроют. Тащи скорее. Итак, здесь тоже нету. Это самое матки и не может быть, потому что на двух рамках и они перестали тянуть вощину. То, что вощину мы отобрали, это была вперед оттянута вощина. И это вот расплод на выходе. Вот. И здесь расплод на выходе, середка уже вышла, пчела прям гуртом тут бегает, вот она видно, как она бегает, вот это вот прям кучей, вот это молоденькая пчела, вот, и яичек, конечно, тут нету, и матки нету, и главная особенность, если матка перестала сеять яички или пропала, рядом стоящая рамка перестают тянуть вощину. Вот эта вощина вот рядом стояла, они ее просто перестали тянуть. Она впустую стоит, вот чуть-чуть наживлена и все. И не тянут больше. Сейчас приступим к китайскому методу размножения маток. Да, давай. Да. Значит, нам нужны будут матки. Смотри, что мы будем делать. Эти клеточки мы уже показывали на видео. Вот, мы будем накрывать каждую, держи, это самое. Давай. Каждый маточник, который нам нравится. Про запас. Первая матка выйдет, она не это самое, чтобы не разгрызла. Вот, давай внимательно вот эту накрывай полностью. Ну подожди, но это не запечатано, может. Так пчелы внутри лазят, они запечатают, они же проходят туда и сюда, понял? Ну вот эксперимент. Они, ну, я уже проводил. 5 штук сразу сохранилось. Это они достроят, это не страшно им. Alright. Вот. Давай другую сторону. Давай. Вот это вот. Тут, ну да, тут ну, так уже запечатано. Вот маточник мы накрываем. Закрытый. Закрытый накрываем, придавливаем до середочки. Вот, осторожно, пчел. Она хотела там подержать. Подержи вот здесь вот. Вот. Ну, давай, вот тут я буду держать. Вот так, во. Вот так. Вот, 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 все нормально. Все. Хорош. Сота молодая, с трудом, как говорится. Давай следующую. Давай. Если матка выйдет, она будет здесь, она не вылезет. Пчелы пролазят, они имеют возможность обогревать маточник. Ему ничего не сделается. Вот это очередной маточник сверху. А вот можно закрыть. Вот это закроем тоже. Но это хороший маточник, поэтому я хочу его закрыть тоже сверху. Вот. Давай, следующий. Да. Здесь будет тут, вот, один, по два, по два маточника. А, о, тут два. Ой, тут ой, даже ой. Четыре. Может, тут и, не закрывать, тогда вот эти закроем. Вот эти два накроем, но одна из них выйдет первая, она разгрызет второй маточник. Да. Гарантия 100%. Я уже так пробовал. Ну, вот. Другого это самого метода нету, я имею в виду, ничего. Да, да. Ты там не отделишь, они очень рядом. Вот, и все. Итак, раз, два, три, приблизительно три матки должно сохраниться. Если хочешь, и этот накроем. Да не надо, там четыре штуки. Этих оставим, потому что если они выйдут, одна будет бегать наружу, не страшно.
Вот, с этой стороны у нас ничего нет. Значит, ставим назад. А ты тут проверял это на этих? Да, да, этот пусто, расплод выходит, а здесь вощина не дотянутая. Вот. Здесь это мы смотрели, пустая совершенно. Это медовая. Медовая. Ну, пусть она тут и так и стоит, мы ее трогать пока не будем. Не, медно, там еще маточники. Да, 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 да. Вот тут маточники еще. На молоденькой, вот тут вообще классные маточники. Ой, тут, слушай, тоже три вместе. Накрывай вот, или вот эти три вместе, вот они хорошие. А то я думал, может, вот эти накрыть там. И эти два накроем. Да. Там-то мы оставили. Давай. Бузь. Вот маточник сбоку. Не а придай. Тут сбоку нет. Ну, пусть они тянут. Да. Вот, видишь. Так, давай, с той стороны мы прижму тут. Вот тут тоже маточник. Все, давай, хорош. Все, давай еще одну. Да. Итак, там у нас открытые есть маточники и закрытые вот тут у нас. Три штуки получается. Так что 5 штук мы там сунули, да? Может, в длину надо было сделать? Да, можно и так. Но нам дело в том, что они, видишь, как они в ту сторону идут. Ага. Ниже немножко опускают их. Вот так. Да, 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 вот так. Ну, да. Ты, вижу, соображаешь. О, конечно. Мультиспециалист. Все. Итак. И здесь две закрыли. Хочешь, этот закроем тоже? Не, оставь его. Оставляем. Ну все, хозяин сказал, хватит ему маточников закрытых. Ну, значит... сейчас еще в других будет. А, ну если в других будет, то другое дело. Значит, два здесь, а у нас... Тут больше маточников нету? Ну, не, на остальных нема ничего. Вот. И здесь одна, и здесь... итого, и там три, и одна, четыре, и два, шесть штук. Запиши себе в тетрадку. 6 штук накрыли. Вот. Из них, возможно, сейчас и все я. Сохранятся, как говорится. Эту вощинку поставим на бачок. Если она, семья не скоро начнет тянуть эту вощинку, потому что нету этих самых, как его, товарищей, ну, маток. Итак, с этой семьей мы разобрались, закрываем. Оказалась неудачная штучка, как говорится, пропала матка. А по каким причинам, никто не знает. Может, на облет пошла, была молодая. Переходим к следующему этапу. Итак, уважаемые, еще есть такой райок у человека, и мы хотим посмотреть его. Сейчас посмотрим, как он поработал. Здесь была старая матка раевая, которая прилетела с роем. Она хорошо сеяла. Посмотрим, сколько овощины оттянули. Два корпуса тут стоит. Вот, пожалуйста, посмотри. Значит, это старые рамочки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре старых. Шесть новых. Сейчас посмотрим, как они поработали, что они нам сделали на первом этаже, на втором этаже. Приблизительно 25 дней прошло. Меду наносили, отстроили, оттянули и тому подобное. Если оттянули вощину, мы, конечно же, эту вощину сейчас заберем. Она у нас будет, как говорится, готовая. Так, неважно, что-то оттянули, погрызли. Вот, ну, тянули, как говорится. А, это на первых порах, помню я, один раз смотрел. Им надо было срочно тянуть вощину, погода неблагоприятствовала, дожди. И рой постарался выгрыз, видите, возле проволочки повыгрызал все старательно. Но потом он исправился. Это две рамочки, ну, мы их пока здесь и оставим, пусть они тогда их и мучают, как говорится. Скорее ремонтируют. Да, доремонтируют. А ну, отойди, я их струшу чутку, чтобы они не мешали. Вот, временно поставим пока здесь. Вот, чтобы нам можно было перемещаться. Итак. Ты смог делал? Нет, не делали мы смог. Сейчас теплая погода, рой да, работает как пчелка без смока. Если будет дергаться, кусаться, то мы их подымем. Это очередная рамочка тоже была подгрызенная. Мы ее тут так и оставим с краю, пусть они работают. Вот, посмотрим, как здесь тянули. Вот это мы соту подставляли. Вот, что они здесь оттянули, чи нет. С этой стороны слабо тянули, а с этой наполовину оттянули. Вот, видишь, вот эта вот половинка вся оттянута, а снизу осталась полосочка не оттянута. Это уже хорошо, это случайная мисочка,
запасная подматочник, если вдруг что. Так, с этой стороны у нас ваш расплод, наклонись, посмотри. Расплод, вот-вот-вот-вот сбоку, видишь, расплод запечатанный весь на этой рамочке. Поэтому они оттянули здесь. Итак, развернем ее. Сейчас мы ее разворачиваем, чтобы она к расплоду стояла, чтобы они дальше продолжили работать. Вот. Они будут дальше работать. Сейчас покажем, вот это вот у нас расплод запечатанный, на втором этаже закрытый. Вот. Посмотри, какой расплодик. Золотой расплодик. Такую, 100% такую рамочку пожелал бы любой пчеловод. Как говорится, что матка хорошо сеет, просто сплошнячком. Ну, изредка пропуски, это бывают различные причины. Может причина быть, как говорится, или ячейка не почищена, или клещ может быть напасть, вот прогрыз. Ну, не в такой степени, чтобы повредить этой семье. Где? Я имею в виду вот эти вот ячеечки, раз, два, три, четыре дырочки, видишь? Это значит, ну какая-то проблема была. Или матка кинула неправильно яйцо. Бывает, пропускает матка вместо оплодотворенного, кидает трутнева, пчелы съедают. Бывает, клещ попадает. Бывает еще какая-то причина. Ну, в общем, это незначительно. 99% это хороший расплод. Такой расплод пожелает любой пчеловод иметь. В общем, матка у тебя прекраснейшая, роевая. Очень хорошо сеет, прекрасно. Мы как раз переставили матку на первый этаж, а на втором этаже у нас остатки расплода остались, и ващину давали им. И вот они уже эту ващину немножко потянули. Вот смотрите, опять потянули ващину. Это почти хорошо оттянули. Вот эта вот полосочка снизу не дотянута. Вот, а вот эта середочка оттянута, потому что рамка стояла между расплодом. Вот. И с этой стороны прекрасно потянули. Ну, такую рамочку можно забрать. Она пригодится в любой, любую семью подсунуть. Она будет прекрасно работать. Мы ее вот так струшиваем и заберем. А сюда поставим ващинку, чтобы они, как говорится, работали. Новые. Да. А это нам пойдет про запас. Мы можем подсунуть в любое место. Вот. А это вот у нас ващинка. Мы ее чуть-чуть поправим, она тут сгорбатилась, как говорится. От жары. От жары. Или другую. Ну ничего, ничего, она пойдет. На, хорошую. На. А то поправим. Давай, дымарь, одна пришла целоваться. Да уйди, не целуйся, я ж не люблю, так я поцелую. А ну дымни мне в лицо. Вот. Ой, да и в нос хочет, слушай. Это безобразие. А, на тебя пошла. Ну, хозяина можно целовать, я ж не против. Не, и хозяин не хочет целоваться. Конечно. Да я думал, ты же их любишь, и они тебя любят. Итак, ставим ващиночку сюда. Опять между двумя рамочками с расплодом. Они, тут выйдет расплод, и матка есть в этой семье, они будут продолжать тянуть. А если пойдет медок, они обязательно ее отстроят и потянут. Итак, вот здесь пчела почти вышла на втором этаже. Вот она вылазит последненькая. Вот она. Вот она, носик, можешь приблизить, посмотреть. Вот она выколупывается. Вот. Вот она. Видно? Угу. Вот, голова вылезла. Вот. А это вот молоденькие тоже. Вот еще одна вылазит молоденькая. Это вот середка уже вышла. Бока чуть попозже были засеяны. Это был прекрасный засев, высший сорт. И с этой стороны та же самая песня. Середка вышла. Вот они вылазят. Вот одна молоденькая. Вот вторая молоденькая вылазит, вот она молоденькая. И вот они тут лазят, все молоденькие. Итак, нормально, на втором этаже прекрасно, две рамки с расплодом, это высший сорт. Потихоньку тянут ващину. Ну, в первую очередь они тащат ващину, тянут там, где матка бегает. Здесь мы ее перегородили разделительной решеткой, здесь до половины отстроили, эту отбирать не будем. А с этой стороны хорошо отстроили. Ну, подождем, пока еще низ отстроит. Вот эта половина, вот можно не отбирать эту. А, вот. Смотрим следующую. Как работает рой и как тянет ващину. Смотрим, что здесь у нас. Это медовая. Саша, хороший медок. Вот, тут немножко это самого. Мисочка с маточником. И тут медок напрыск, она вес имеет.
Мы ее оставим здесь, потому что на втором этаже как раз мед нам нужен, и они будут складывать. Но вот эту они что-то не захотели тянуть. Она стоит возле медов. Вот между расплодами потянули, а между медов не захотели тянуть, между медовыми рамками. Ну, мы им и оставим здесь. Хотят они, не хотят, пусть тянут, как говорится. Итак, следующую смотрим. Ну, этот корпус надо снять. Сейчас, последнюю рамочку посмотрим. Это у нас рамочка не совсем хорошая, вот здесь вот трутневый. Она, видать, или выломанная была, или еще. Села. Все уже? Итак, записывай, Саша. Значит, да, с этим мы закончили. 28. Малый роек у тебя, он, как говорится, 6 крышечек таких вот мы накрыли. Вот 6 крышечек вот таких. Записал, да? Записывай. Сегодня у нас какое число? 13, да? 14. 14, наверное, не знаю. Вот. Накрыли 6 и маточников должен на выходе быть. Итак. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь. Осмотр роя, правда, неудачно получилось с роем. Матка пошла на облет и не прилетела. Она тут была молоденькая и не стала, как говорится. И оставшийся засев мы накрыли маточники. Удачи вам, до следующей встречи. Спасибо за то, что смотрели наше видео.